В российском Минфине считают предложения Украины по реструктуризации долга перед нашей страной неприемлемыми. Они хуже, чем те, что получили частные кредиторы. Киев изложил свои условия в письме, направленном напрямую в Москву, не напрямую в Москву, что соответствовало бы международной практике, а через Берлин, точнее, Министерство финансов ФРГ. Как отмечается, это нельзя назвать попыткой начать добросовестные переговоры, причем не только по форме, но и по сути, поскольку украинские власти упорно продолжают называть долг коммерческим, хотя МВФ признал его суверенным. Напомню, в декабре 2013-го Россия предоставила Украине 3 миллиарда долларов, выкупив на эту сумму евробонды соседнего государства. Учитывая его сложное финансовое положение, в конце 2015-го Владимир Путин предложил растянуть выплаты на 3 года, если гарантии дадут западные партнеры. Однако Киев на это не пошел. Добавлю, по данным агентства Bloomberg, Германия уже попросила Украину пересмотреть выставленные Москве условия по реструктуризации долга.